Ассаламу алейкум. А вы откуда будете? Я же вам ответил, Торонто, а вы откуда? Поступ в области. Какой город? А какая разница, откуда город? Да большая разница. А ну да нет, другая разница. Ну а ты откуда будешь в Украине? Я тебе уже сказал, откуда я, Торонто, что глухой что ли? Какой город самый большой? Торон. Какой город самый большой в Московской области, знаешь? Тебе чисто для проверки географии, как ты знаешь, Московской области, я сейчас проверю. Есть много больших городов, таков, областей. Ты что, не понял, что я тебя спрашиваю? В Московской области какой самый большой город по населению, по твоему мнению? Антон, есть городов много, пойми, блин. Что значит пойми? Я на... Какой? Много-немного, если один город был бы, тогда бы нечего было спрашивать. Если я спрашиваю, какой город самый большой, значит понятно, что их много. Какой город самый большой в Московской области? Какой город самый большой в Украине? Мне такое впечатление, что ты врешь, что ты с Московской области. Я просто тебя хочу проверить. Самый большой в Украине город сейчас Киев, вот в данный момент. Но неважно, что ты... со своей Украины пристал. Я понял, был, да. Какой город в Московской области самый большой? Да мне уж ответить или нет? По твоему мнению хотя бы. Город, хорошо, ладно. Красногорск. Ответ неверный. Ты сам с какого города, если по-честному? Будем рулетку крутить, красногорские. А. Ты кроме Красногорска что-нибудь знаешь? Нарфаминскую, чуть еще. Ну, Красногорск это с рижское направление. Какая следующая станция там крупная у вас есть? Какое? Вот рижское направление. Центральный диаметр до какой станции доходит? По вашему направлению. ЦД-2. МЦД у нас, и МЦ-2. Есть МЦК, есть центральный диаметр ЦД-2. МЦД, Московская железная дорога. Это МЖД называется. Нахабино, запомни хоть. Не знаешь ни хера географии, даже то, что у тебя рядом расположено. А ты сможешь в интернете, да, я так понял? Да я зачем? Я руки вот держу, чем я смотреть? Я Московскую область, в отличие от тебя, знаю как свои пять пальцев, а ты ее ни хера не знаешь. Что ты гонишь? Я родился в Дедовске, блядь. В Дедовске. Ну, понятно. А от, от Красногорска соседний город на северо-восток какой? Ну что, тут поле чудес или что? Как-то да, проверяю тебя на знания географии Московской области. Какой город, если по карте... смотреть от вас ближайший город на северо-восток. Ты хочешь по географии говорить или что? Химки, что ты мне голову за... Ты не можешь ответить, что ли? Химки это Москва, блядь. Дурак, блядь. Сам ты дурак, это Московская область. Учи географию, лошок. Химки это Москва уже, попрости. Учи географию. Чего, географию нужно было сдавать, а не покупать. И здесь, на этом перекрестке. В каком районе в Москве живешь? Да. В каком районе в Москве живешь? Что-то надо хоть маму пристрелить. Зачем? Я тебя проверить хочу, врешь ты или правду говоришь. Называй район, в каком живешь. Ленинградский. Какое метро рядом? Алло? Метро какое у тебя рядом? Метро, станция метро. Станция метро? Да. Ой, сейчас вспомню, как оно называется. Да ладно, колись, в каком городе живешь? Я ж вижу, что ты не из Москвы. Ханты-Мансийск. Ну, другое дело.
Так что не ври никогда, а если врешь, изучи город, легенды которого. И здесь, на этом перекрестке. Ну что я замолчал? Продолжай. Вы откуда будете? Россия священна. Вы откуда будете, орлы? А? Живете где? Россия. И что это за ответ? Город какой? Москва. Москва? Какой район? А какой тебе нужен? Любой назову, блядь. Назови, я тебя проверю по этому району. Биберево. Биберево. На какой ветке находится Биберево? На синий. Неверно. Не знаешь ты Москвы. Врешь. Верно. Врешь. На серый находится. Хоть бы заучил легенду. Блять, ну-ка нахуй. Сейчас я проверю, начальник, подожди. Синий это Щелковская. Проверяй, еще проверяй. На ветке не одна, не одна станция бывает. Проверяй. Ладно. Давай, колись из какого города по-нормальному. Извиняйте. Так из какого города, по-честному? Люберцы. Хорошо, от в Люберцах от вокзала какая улица идет? До креста. Какого вокзала? Ну, от станции Люберцы. От станции Люберцы. Нет, это вот от станции Люберцы до Октябрьского проспекта какая улица идет? Мы не знаем, мы там не ездим. И Люберца не знаешь. Называется Волковская. Ну, пусть будет. Пусть будет. Октябрьский проспект, он к станции не идет. Он идет просто вдоль всех Люберец. Октябрьский, да, он огромный. Ну, а после Люберец какая станция идет? Хоть в сторону Москвы, Панки, хоть... либо Вишняки. Панки в сторону Рязани, а в сторону Куровской какая станция? Люберцы там. Люберцы 1. Нет, Люберцы 1 это вокзал, центральная станция. Там Люберцы 2. А в сторону Москвы как станция называется? Вишняки. Неверно. Ухтомская. Я не езжу вообще. Ну, да. Ухтомская, Вишняки одна. Вишняки это уже за Выхино Вишняки. Ладно. Ну вы, наверное, это заработать в Москву приехали. Откуда приехали-то? Где находятся Борисовские пруды? Борисовские пруды находятся между станциями Каширская и Орехово. Ну, Царицыно. Царицыно и Каширская, вот так. Mm-hmm. Я Москву знаю как свои... А, левый берег. Что, левый? Левый берег это... А левый берег где левый находится? Берег там ближе к Химкам. Левобережная. Между Химками... Все верно. Левобережная называется. Москва? Я Москву знаю как свои 5 пальцев. И здесь, на этом перекрестке. Как меня зовут? А вас племяннички как зовут? Племянничку зовут нам Николай, Александр и Алексей. Ну окей, вы откуда, если не секрет? Ну, мы с России, дядя. А ты откуда? Что это за ответ с России? Город какой? Москва. Москва. Да в каком районе Москвы живете? Или все? А все, ты дядя сам откуда? Ну, все в разных. Из Харькова. В каком районе Москвы живете? В каком районе живешь, дядя? Я ж тебя первый спросил, в каком районе Москвы живете? Хотя... Ты мне вопрос задаешь, ты сам ответь, в каком ты районе живешь? Ты мне вопросом на вопрос отвечай. Отвечай на вопрос. Северо-восточный, блядь. Северо-восточный. Ну что там? Щелковская, Гальянова. Какой район конкретно? Ну, да тебе когда... Проверить хочу тебя, в Москве ты живешь или обманываешь? Проверить тебя хочу на знание Москвы. Я не скажу тебе, бля, конкретику. Ну хорошо, а говорю. Ты сам-то где живешь? В Харькове. Зачем я тебе буду говорить-то, тем более ты скажешь. Хорошо, не говори район, где живешь, говори район, который знаешь хотя бы в Москве. А я тебя по нему проверю. Люберцы. Это вообще-то Московская область. Люберцы, хорошо. В Лю... У меня это Москва уже. Да. У тебя информация уже устаревшая. Да, да. Хорошо, в Хорошо. Хорошо. Ты мне не перебивай, я пока тебя проверяю на знание Москвы. Почему ты задаешь вопрос, а почему я тебе задать не могу вопрос?
Песня. А ты мне назови хоть один район в Харькове, который ты знаешь. Я просто... Говори, я сейчас в интернете пробью. Да что ты все пробивать? В интернете не нужно пробивать. Ты ни Харьков, ни Москву не знаешь. Ладно, вот тебе контрольный вопрос. С какой станции метро... Какой хуй ты будешь пишешь? Давай к вопросу, я тебе задаю вопросы, блядь. С какой станции метро в Люберце автобусы ходят? Пошел ты нахуй, блядь. Ты ответь мне на вопрос сначала, блядь. Что тебе ответить? Ты спрашиваешь нас, где мы живем, где ты живешь. В районе Бруклин, достаточно? Бруклин, ну, дальше где? Какой нахуй Бруклин, пиздопол? Это, it's enough. Ты, меня, это, кто нам сказал с Люберец? Что ты врешь? Я тебе что хочу сказать? Да. Ты смотрел новости сегодняшние? Смотрел. Ты рад? Что рад? Ну, смотрел я. Он блогер. Да, ну что, ты рад, дядя? Рад, успокойся. Что значит рад? Рад, не рад. Я принял к сведению. Ну ты рад? Я тебе за общее говорю, ты рад, дядя? Почему я должен радоваться или огорчаться? Так я тебя интересуюсь за ситуацию, ты рад или нет? Ну, как сказать, у меня двойственное впечатление. Если бы Украина бы разделилась, я был бы рад. А так это, может быть, шаг к тому, что она... меньше шансов не разделиться, так что тут двойственное впечатление. Но не важно, ты мне... Вот там из Люберц говорил, давай я тебя проверю. Подожди. Чтоб ты не врал. Разделиться, в смысле? Что? Украина разделиться важна или что? Ну я бы желал, чтобы Украина разделилась, да. Как это понимать? Скажи-ка мне, дядя. Ты что, не понимаешь, что такое разделилось? Значит, из одного государства стало 2-3. Твое политическое мнение, разделилось что именно? Разделилось, значит, из одного государства стало бы 3-4 государства. Что, ты не понимаешь слово разделилось, что ли? Ты вообще, у тебя русский родной или нет? Ладно, кто там из Люберец? Из одного государства стало 3-4 государства, ты что, приколишь, что ли? Это блядь? Называется разделилось. Ты спросил, я тебе пояснил, что значит разделилось. Что ты пояснил? Поясняющий к нахуй даже не сидевший, блядь. Пояснил он мне тут, блядь. Ну, я не сидевший, а ты сидевший. Это же не... Нормально объясняй тогда. Это ж не... Пояснил, рассказал, донес информацию. Пояснил, блядь. Это ж не прибавляет тебе ума. Я пока хочу вывести вас на чистую воду, что вы не из Москвы и не из Люберец. Заебешься, дядь. Так я тебя сразу спрашиваю, с какого метро ходит автобус до Люберец? А с какого хуя ты интересуешься, скажи мне? Я тебя проверяю на знание Москвы, что ты не понимаешь, что ли? А я что, должен тебе отвечать на твои проверки, что ли? Ну, значит... Ты молодец, блядь. Значит, видно, что... Что я не проверяю на, блядь, то, что... Кто сам сказал, блядь. Дядь, смотри. Значит, видно, что смотри, ты липовый москвич. Ты что-то проверяешь там, ты своего блога ведешь, да, там, аудитория у тебя. Слушай внимательно теперь, дядя. Давай, говори. Мне интересует такой вопрос. Я тебе тоже, как ты буду говорить, я тебя проверяю, тебе задаю вопросы. Вот теперь я тебе вопросы задаю, дядя. Задавай. Вот отвечай тогда, ёпта. Сидишь. Задавай. Тянешь слишком. Лошок, липовый москвич. И здесь, на этом перекрестке. В Москве есть не секрет, в каком районе живете. Да не важно. Для чего? Хотите нанести ядерный удар? Зачем? Проверить вас хочу на знание Москвы. Ну не. Окей, москвичи липовые. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство, у них есть один... ...в соседней стране, 70 миллионов, они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо, ненавидят и будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Соединенные Штаты Федерации?
Соединенных Штатах Федерации? Слышал? Да? Да? А как называется? Соединенные Штаты Америки. Это Федерация? Черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Голытьку всяку прочую. За станицы родные, за луга, за люные, да за царскую вотчину. Каракашовский был гвоздя украинскому угарному члену. Украинец? Да, да. Украина, которая... Он создал группу экономическую...